Башкортостан планирует заключить соглашение о защите инвестиций на 27,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минэкономразвития региона Рустам Муратов в ходе оперативного совещания в правительстве республики. Федеральные соглашения могут быть заключены с предприятиями, входящими в группу компаний «Таврос» и госкорпорацию «Росатом». Общий объем инвестиций в проекты предприятий оценивается в 17,5 миллиардов рублей. Но, кроме того, регион намерен заключить 5 соглашений о защите инвестиций республиканского уровня. Проекты будут реализованы в сфере сельского хозяйства. Общий объем вложений в них превысит 10 миллиардов рублей. Одним из также актуальных для нас направлений является инфраструктура для новых инвестпроектов за счет реструктуризации бюджетного долга, постановление 1704. Наш регион одним из первых прошел отбор в федеральном центре, защитили 7 проектов с объемом инвестиций 21 миллиард рублей. Общая сумма возмещения затрат инвесторов составляет 3,2 миллиарда рублей. Работа по отбору новых инвестиционных проектов в рамках данного механизма продолжается. В соответствии с этим у нас остаток финансирования 2,3 миллиарда рублей, подготовлен пул проектов. Также в своем докладе руководитель Минэкономразвития отметил, что в Башкортостане сформирована база, в которую вошли 804 потенциальных инвестора, а также прорабатывается сотрудничество с 3000 компаний. В этом году власти региона планируют рассмотреть на инвестчасах 240 проектов на сумму не менее 400 миллиардов рублей.